В Талдыкургане прошла спартакиада по игре «Алтын-Сака». В ней приняли участие лучшие спортсмены из города и районов области. Кроме этого, девушки могли проявить меткость в национальной игре «Бестас», а мужчины в игре в «Лянгу». Победители турнира получили путевки на республиканские соревнования. Отмечу, спортивная встреча прошла в рамках программы «Рухани Жангару». Победители спартакиады в сентябре отправятся в Актобе, где состоится большой фестиваль национальных видов спорта. Так что этот турнир можно считать отборочным. Надеемся, что наши ребята достойно выступят на предстоящих соревнованиях. Казахстанские стрелки признаны одними из лучших в мире. На конкурсе «Снайперский рубеж» в Беларуси наша команда заняла третье место. Состязания состояли из трех этапов. Для того, чтобы победить, участникам турнира необходимо было обойти соперников в индивидуальном и парном зачетах, а также блестяще завершить снайперскую эстафету. Из 21 команды во второй этап чемпионата прошли 8. Это снайперы из Казахстана, России, Беларуси, Китая, Узбекистана, Азербайджана, Вьетнама и Ирана. В итоге российские стрелки заняли первое место, на втором хозяева конкурса. Напомню, снайперский рубеж проводят в рамках армейских международных игр.